Очень мощно и очень мобильно были проведены мероприятия, как раз посвященные этому событию. И я, конечно, непосредственно принимала участие, когда мы провожали наших ребят, мобилизованных, на как раз нашу специальную операцию. И, конечно, всех тех, кого я провожала в первый раз, и всех тех, которых мы провожали уже здесь и в Тюмени после слаживания, и все тех ребят, которые ушли на фронт с нашей Тюменской области, конечно, я знаю поименно. Мы их знаем всех, и на сегодняшний день, конечно, я со всеми связываюсь буквально перед тем, как зайти сейчас к вам навстречу. У меня был очень долгий разговор как раз с нашими ребятами, те, которые находятся у нас на передовой. И те сведения, которые мы имеем непосредственно от наших ребят, конечно, не доводятся до тех органов, до тех людей, которые обязаны все знать, и хорошее, и плохое.